Да? Доездили вот чуть-чуть. А чего мы тогда едем? Ну ничего, Саша, проедем, кто... Колея есть, кто-то ездил. На джипе. Я побаиваюсь, мы ж... у нас не джип-то. Ну, у нас не а джип. То нас тут волки загрызут. Ну, загрызут, я лопату взял. Какие лужи, смотри, Саша. Здесь, по крайней я мере, даже... плотный, там снег, лед. Угу. Проехать. Проехать и выехать. Вась, что ты храпишь, а Вась? Угу. Повернулся, посмотри. Сядь, сядь, сядь. Угу. А я уже на тут побежал. Можно попробовать. Здрасте. Угу. Так, Вась, ну давай думать, как сейчас будем ставить, потому что здесь, видишь, у нас. Ребята, здрасте. Мы по вам... Здрасте, соскучились. Так, сейчас, Паша. Паш, нам твоя фотография не понравилась. Нам показалось, что ты худой. Нет, что худой. Нет? Я, конечно, тебя сниму, сними тогда. Ты взял, сади, Женечка. Жень, куда тебе кресло? Так, ты уже снимаешь? Тебе и тебе. По 5 штук каждый день кушать. Следите, еще добавить, еще дадим. Это вам харчи потом туда, на это, с собой, туда кушать. Он не жирный. Это Пашка любит орешки положить, мультик клевать. Это вам подарок. На стол поставь подарок. Да, на стол. Да. Так. Ну, это гранат вам тоже. Это конфет вам чуть-чуть. Ну, куда-нибудь на стол, мы сейчас убираем. Так, а это мы купили, называется гуава. Ага. Попробуем. Мы такое пробовали? Гуаву? Нет. Ну, попробуем. Папайю мы уже пробовали. Это морковка или тыква. А это гуава какая-то. Ну, попробуем. Так. Смотри, что-то там есть еще. А это оливки, да. Спасибо. Все. Ну все, это так, еще не совсем. А это тебе пока вот это. Спасибо, Влад. Ты еще 20 тысяч. Ты мне тысячу давала, а я... То, что было, то за... Да, видно, что изменения, но... Сейчас, подожди, еще мало. Вот это Лена, твоя родственница, наша Жанина дочка старшая. Она окончила институт. Люк, давай потом же. Ну, вот посмотри, старше. Сейчас есть надо. Они сказали, есть не хотят. А, я хочу. Это мы уже не называли. Положи, как ты зови, потом... Сейчас все уже, мам, уже все. А, фотографии нет. Вот. Это меня снимает. Женя, мой подарок, а ты Зинин подарок. Паш, хорошо? Все хорошо выглядят. Чего? Нет, Жень, сейчас смотрю, только хорошо, не хорошо. Сердитый. Это откуда мне успокоить? Ну, Саша, сейчас руки помоют. Угу. Да. Вот, Саша, нам. Вам от нас, Жень. Спасибо. А что это такое? Саша, а это от нас Зины. И Зина добавочный какой-то конверт. А что там? Может, любовное письмо? Я не знаю. Так что все же, Саша, тебя поздравляем с мужским праздником. И он Женька сейчас Кате подарит. Пока, пока, Катя. А это Катя. Ну ладно. Ну раз сразу привезли. Ух ты, она любит такое, красивое. Ой, как красиво, прелесть, какая вещь. Все, я приеду, поэтому не слышу никого. А почему? Сейчас, Оль, дай-ка я сниму. Придет, там машины стоят, не может быть. Картошка, хорошо. А он это самое, и только мы сказали, говорит, да, придет он туда. И вдруг тут буквально звонок сразу. Эти мужики звонят, что нашли вашего карта. Садитесь, садитесь. То есть мы еще не доехали туда полкилометра. Женя, коленку тебе спасибо. Саша. Писал, чтобы мне ее сделали в журнале. Забыл. А ты там забыл? Ну ладно. И все равно пошли. Я думаю, пока живем второму Маркалаине. Потом. Еще я, может, к маме подъедет. О чем конечно? Ну, военный. Ну о том, что я. Ну, то есть уже в армию нет, да? Нет. Телефон там. Разложите салфетки, чтобы не если мне чуть-чуть, да. Все это его мама. Угу. Мы даже не узнали. Мы бы и не знали, мы же не смотрели фильм. А им я тоже это просто иду. А, вот он фильм новый. Какой это фильм? «Маленькая Москва»? Так, все, давайте, дети, я сейчас упаду. Да. Ну, ладно. А Саша, за то, что вы вместе. Сейчас мы подождем. Тебя это самое, они визажировали, да, или что-то?
Ну, ты как не говоришь. Вот сколько у тебя там все. Ну как вам? Стоит оно кого-то? Что посмотреть? Стоит, мам. Ну нет, ну вам, конечно, стоит. Так. Что-то вы далеко друг от друга. Да поближе чуть-чуть. Но фотографии я вам не буду делать. Я вам сделала много фотографий хороших. Жень, а что тебе не понравились мои фотографии? Вот две последние. А что тебе не очень понравилось? Ой, ничего не говорили. Сказала. Я не знаю. Я сказала, Жень. Ты, тебе понравились мои две фотографии? Помнишь, я кота прислала и тебя? Где ты там... На чистике две фотографии. Помнит она. Освещенные. Суперсъемка. Начинаю. Ночная суперсъемка. Еще одну. Ну зачем? Ты не вчера до пяти работали. Куда полез? Так Саша говорит, а лес стоит загадочный. Еще какой. Загадочный. Высота. Дорога. Ладно. Хорошо. Ой, лицо. Да? 12. Катя, да? Кать. А со мной тоже? Тебя не видно из-за челки. Со мной? Ну да. А их каких две дома? 17. Сегодня молока ничего не видят. Все можно. Снимем стол. На столе, что у нас есть? Ну, поставь тогда вот так вот. Ну, что его ставить? Надо поесть сначала, потом поделать. И конечно. Угу. Ну, ладно, я сниму просто стол, что у нас праздник такой был на 23 февраля. Да? Mm-hmm. Хорошо, там крапивы я насовала, порошка. Mm-hmm. Такое. Ну, так. Сразу говорит, пускай поест. Мы сейчас все приготовим, все разложим. Угу. Так, это кому? Это Катя, да? Ладно, я тебе простила. Ладно, я тебе простила. Ладно. За все. Туда-туда. Туда-туда. Нам ты за что? Таня выпьет шампанского, она тебя еще больше простит. Жуткая игра какая-то. Я не знаю, что это молоток. Только без иностранцев там тема строится. Продолжайте, Микоян. И разбирается. Вот именно. Вы не готовы. Попробуйте нашу игру в одну сыграть. Что такое доктор без иностранцев? Мы вас проверим. Думай, Женя. Писька делает. Женя, хочу смыть дать. Уйди, батюшки. Как хорошо-то. Как ты интересно делаешь. А как же? У меня же немножко работает. Ух ты, моя крыська, да. Как она делает. Ох, как делает. Интересно. Будут приезжать сами. Да, как ты моя крысюня. Но не очень хорошо получается. Хорошо, хорошо. Посмотри, как она. А ты знаешь те песни, которые ты мне сказал, как тормался? Нет. Да, капельно пой. Нет. А какие ты мне споешь на гроб? Нет, пой акапельно, Женя. Нет, я буду акапельно. Чего? Ну на, микрофон. Женя, прости, она тебя так и не слышит. Женя, акапельно споешь нам песенку? Держи микрофон. Ну на манке тут нас всех поет, все равно директор, я тебе не спою. Да? Ну директор, и за это Саш, меня не снимай. Ля-ля-ля. Директор, да?
расцветала у нас. Так. Заставка. Да. Да. Честь 23 февраля. Подожди, они нам споют еще. Подожди, они нам споют еще. Домой, злой ветер от ворота, не боимся.
Солнышко пригреет лучиком, и ушка помашет прутиком. Домой, домой, пора домой. Солнышко пригреет лучиком, и ушка помашет прутиком. Домой, домой, пора домой. Заглючило что-то. Заглючило. Не, не захотелось 105 баллов. Черный. 34-19. Черный. 34-19. 34-19. Очень здорово. Ну, Женя очень красиво поет. Очень здорово. Ну, Женя очень красиво поет. Yeah.
За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее будет, как холод мой полет. В те места, где ты живешь. Ты поешь, он поэтому хороший энергетик. А вообще он всех кусает, кроме меня. И меня может сапнуть и кусать. Трус. Трус, я не трус, скажи, но я боюсь. Аська. Трусик ты. Едят. Это еле через Дагестан он там. Ты представляешь, бросил вот. Может быть. Не, не а надо. Ты будешь, Паш? Ну, я не. Тоже. Ну, я не знаю. Ну, давайте буду. Ну, наверное. Ты вышел из... Смотри, там сзади снег. Я вижу, вижу. Сзади снег, киска. Угу. Две лампочки горят внизу. Ага. Луна на небе. Луна. Какая-то двойная. Что там, НЛО, что ли? Потому что отсвечивают твои огонечки. Ну, 12.53. Супер съемка. Не видно. Какая? Надо. Красногор. Красиво. Ой, это наш Коля Белинский так бы себе не сделал бы. На что он уже у нас имени такого нет. Да и денег таких нет, конечно. Во какие стены. Во какой пол. Анный. Как раз на кухню вход. Здорово. Красиво. Ой, как красиво. Я все переделал, все сделал. Это сыновья такие все, тебя умные все. Так свадьте, что мне говорит младшего. Ой, потолочек. Тамара Станиславовна, вы ж посмотрите, вот Антоша. Угу. Я говорю, кто сделал Антоша? Я говорю, а что Антоша умеет делать? Я говорю, ах ты скотина. Значит, маме, да. Антоша, поклей обои. Как стал, мне поклеил? Машинка ваша вот. Да вот. Лучше не знаем, какую машину еще брать. Как решим, так тебе сообщим. Ой, как красиво. Моя Катька будет ждать, пока я ее заберу, чтобы посмотреть все это. Она у меня... Ну, посмотреть фильм.
Она так, она тяжелая, она сейчас плохо ходит. Раньше ходила хорошо, она, а сейчас она дома в основном сидит. И ей трудно. Женя, ну что это, сестры есть? Хотя бы навести, кладбище познала, где тут что. Да, ребята делали. И вот это делали. Все сами с ручки. Дворец сдавала, что они тут самые. Не елка, как положено, а у половины этих цветов. Осина. Хорошо. Осина вообще... И береза. Красивый осина потолок. Осина хорошо, и береза тоже. А это же паркетник фактически. Нет, подложка сама. А, подложка? Да. Подложка вообще хорошо лиственница. Какая картина красивая. И мы это дело привезли. Картина хорошая. Положи, сложи. Оно все. Ну, вести начало, Паша. В общем, да. Кухню первую мы стали делать. Вот. Друг мне помогал вообще. Женя, я тебя сниму тоже. Кухню. Хорошо, теперь хотела, Саша. Хотела, чтобы дерево было на кухне. Так, мы там вот, выбрали красиво. Самые такие, вроде как. Вот. Вот сделали кухню. Ну, мы там линолеум сдирали, хорошо. Покупали этот самый. Вот. Я тоже во. Думал, забрать там часть этих. Красиво. А, вон он. Зависимо от того, на балконе цветов. Во, как здорово. Вообще цветов красиво. Вот здорово. Смотри, какие. Вот. Комната большая, такой телевизор большой, такой плоский большой. Хорошо. Тут зеркало. Тут я. Шкаф. А там еще одна комната. Одна комната какая большая. Тут еще картина висит. Ой, какие молодцы. А Антон вообще не похож. Нет, на тебя похож чуть-чуть так. Да, я не красивые ребята. Ой, Костя копия. Вы, Костя копия. Вы, я говорю. Ой, какая да. Тут копия. Так, на первый взгляд не поймешь. Молодцы, ребята. Таиланди. Молодец какой. Места столько, ужас. Да. Места сколько, ужас. Сейчас вообще. Можно и не убирать, она не мешает. Не, она мешает убрать. Мешает стенка? Да, я так уже а тут здесь он очень симпатичный.